Среднесрочно экономическое развитие нашей страны будет базироваться на четырех опорах. Создание наилучших условий для привлечения инвестиций в нашу экономику. Правда, я уже не знаю, что можно сделать лучше. Повышение производительности труда за счет стимулирования деловой активности. Расширение внешней торговли через освоение новых экспортных рынков. Здесь мы значительно недорабатываем. Видимо, как в первые свои годы мне придется в основу всей политики положить экспорт. Будет экспорт, будет страна. Кардинальные изменения ситуации в демографии. Несмотря на то, что это в основном задача правительства, они напрямую касаются и вас, депутатов. Эти четыре направления – основа для реализации ваших персональных предвыборных обещаний избирателям и жителям регионов, которые вы представляете. Нам необходимо сформировать эффективную региональную политику, усилить роль органов местного управления и самоуправления в обеспечении социально-экономического развития регионов. Это требование времени, и это работа парламентариев. Я жду от вас предложений, что и как конкретно надо сделать на местах.